Итак, добрый день. Дон Пабло начинает свой репортаж. И снова с этого прекрасного места. Посмотрите, сколько собралось лодок. Вернулись с океана. Видите, сколько лодок. У них были занятия. И они вернулись с океана. Проплыли там. И вернулись в родную гавань, в родную бухту. А бухта здесь хорошая, я уже не раз ее показывал. Сюда Дон Пабло любит купаться, приезжать. Вот я приехал обратно, смотрите, на велосипеде на своем, знаменитом, с кортитом для бебечек. Вот, а оттуда они вернулись, значит, с океана. Там открыт океан, вот, и лодочки оттуда приехали. А вот человек тоже приехал на этой лодочке, вытащил ее. И теперь, как всегда, когда они ее вытаскивают с океана, они ее, значит, моют пресной водой. Отмывают от соленой. Всегда так делается. Вот. Но дело не об том. Этот репортаж я хочу, значит, показать Шурко. Какие же все-таки любители здесь этих лодочек, а? Какие же они любители, ай-яй-яй. Но сейчас я буду продолжать. Посмотрите, сколько их. И купаются. Вот видите, после океана шаур. И все, купаются. Смывают себе соленую воду. И вот, вот эти лодочки такие прекрасные. Вот эти большие лодки, на которых плавает несколько человек. Но меня интересует и та лодочка. Внимание, сейчас я хочу показать, как затаскиваются лодки. Вот, Шурко, смотри. Вот, смотри, видишь, колеса? Вот они потащили, смотри. Вот так вот спускается лодочка. Смотрите, как интересно. Вот, как раз мы попали на этот сюжет. Смотри, раз, теперь она закатывается. Видишь, как интересно все. А вот, Шурко, смотри, еще, значит, тащат лодочки. Смотри, точно так же. Только это какие-то двойные. Навороченные, смотри, сразу две тащат их. И тоже на колесиках, видишь, как все это происходит. Вот такое чудо я еще не видел. Как-то двойное. Ничего себе, там четыре колеса, там два. Ну, не важно, они цепляют вот эти колеса и катаются. Вот эти большие лодки, малые лодки. Но мне нравится. Приветик. Ты катался? Я здесь это делаю. А я просто снимаю для этого. Интересно, такие лодки я первый раз вижу. Вот эти мне нравятся. Они так быстро ездят, правильно? Там 6 людей внутри. Да ты че? Ну я, Шурко, немножко отвлекся. Тут появился сын капитана. Он тоже участвует в этих командах. Видишь, как здесь вот эти команды набираются по 6 человек в каждой лодке. И плывут. Но мне нравится вот эта лодка. Вот видишь, как человек снимает ее, разбирает вот это. Интересно, вот эта штука снимается. Вот эти вот лодочки меня интересуют, маленькие. А вот смотри, вот так еще тащут. На спине лодки. И встала команда. Я говорю, здесь настолько это развито. Настолько это развито. Я не знаю, они здесь занимаются с самого детства. И любят все, и отроки, и девицы, и старицы, и старцы, и отроковицы, так? В общем, смотри, Шурка, вот эта часть снимается, и она понеслась. Интересная штучка вот эта лодочка такая. Ну вот, к примеру, вот такая, Сань, смотри, она как стрела, да? Интересная вообще. Смотри, какое состояние лодочки. Она быстро так летает. Я не знаю. Смотри как. Эта часть, которую он понес, ты же видел ее. Вот смотри, он несет ее в руках, видишь? Вот понес. Он ее снял и понес. А теперь я показываю, как она снимается, видишь? Вот эта часть снимается. Ну, может, в этой лодке не снимается, а в той у него снялась она. Вот такая вот прикольная лодочка. Такую бы ты, Шурко, бы сотворить бы и на такой там поплавать бы. Я имею в виду в Орегоне. Смотри, какая она.
Ты можешь поставить ее на паузу и рассматривать ее. А вот еще интересная вот такая лодочка побольше, тоже такой же модели, на одного человека. Но она большего размера. Вот эта вторая часть, интересно, к ней пристегивается и отстегивается. Вот этот человек, который унес вот эту лодку, вот она, вот эта лодочка, он отстегнул от нее. Видишь, руку, вот эти колеса, которые потом вот так вот раз и притащили. Ну, это очень интересно. Команды здесь, вот эти лодки. Так классно все. Не знаю, мне нравится. Вот смотри, Шурко, он теперь понес вот эти крепления, видишь? Вот крепления, которые он понес. Вот эти ручки, которые крепят вторую часть. Я тебе все показываю поочередно, как он снимал. Осталась только вот эта часть, смотри. Сама лодка. Вот она. Интересная, да, лодочка? Ну, вот такую вот лодочку хотел бы Дон Пабло иметь там, в Орегоне, чтобы кататься на речках, вот это, по Колумбии рассекать. Это интересная лодочка вообще-то. Ну, можно не такую длинную, можно покороче такую красивую. Мне кажется, что она недешево стоит, эта лодочка. Смотри, как все интересно сделано. И вот эта вторая часть. Видишь? Разного цвета они. Ну, классные лодки. Ну, вот так вот я тебя заснимал, не знаю. Сильно не увидишь. А вот смотри, колесики, да, на которых они катают эти лодки. Вот, пожалуйста, такое колесо, как обычно. Ставится одинарное. Два колеса и потащили. Тут море лодок, видишь? Есть такая классическая лодка. Вот. Тоже интересная. Вот, вот эта часть. Смотри, вот, она держит лодку, чтобы она не переворачивалась. Видишь, даже ее привязывают просто, смотри. Вот так вот привязали и поехали. Смотри, на таких вот лодках. Вот так вот все происходит. Я тебе покажу просто, как оно на самом деле идет все. А здесь уже твои навороты, смотри. Че хочешь? Хочешь, вот так ее делай. Наворачивай, значит. Там внизу, смотри, глубина такая уже. Шурко, даже у меня на Фазенде есть такая вот лодочка, подобная этой. Ее надо подремонтировать, я на ней катался, она быстро ездит. И что-то так подобное придумать. У нее там валяется, там ее надо подремонтировать, ты даже ее видел. Вот. Так что вот так вот. Я тебе показываю лодки. Их вон там много паркуют, потом катаются на них. В этом месте. Там лодочки моют. Вот это в рент сдают. Вот эти все девицы идут сейчас кататься. У них занятия. Там тренер их, значит, должен обучать. Наставляет своих наставников, значит, юных. Видите, везде собрались они там. И у них, у каждого свой тренер. И они их наставляют. И потом они выплывают в открытый океанчик здесь и катаются. И это происходит каждый день. И это нравится им сильно очень. Настолько это распространенно, ну и красиво очень. Мне самому это нравится. Еще раз показываю Шурку, какая мне лодочка заинтересовала. Смотри, и все тут и бабушки. И дедушки. Смотри, Шурка, вот эта желтенькая, вот эта желтого
блакитного цвета. Вот вторая блакитная. Видишь, получается по цвету украинского флага. Так. Смотри. Вот эта желто-блакитная. Это. Вот это, смотри. Она так быстро бегает, как стрела. Вот это. Так вот, смотри, вот на ней весь экран тебе твоего, кажется, телевизора или чего там смотришь, или компьютера, или чего там, или телефона. Видишь, желтенькая такая. И вот такая уже синенькая. Она, мне кажется, большего размера. Да. А в третью уже утащил мужчина. Он утащил ее. Ну вот такая вот, смотри, на весь экранчик тебе, смотри. Рассматривай, наслаждайся вот этим. А дети бегут вот купаться. И вот, Шурочка, смотри, третья часть. Нам повезло, смотри. Третью часть он несет, смотри. Он сперва снял ту часть, теперь саму лодку несет. Надо же так, и специальный репортаж. Я не придумывал это, смотри. Все попало, все запчасти. Ну, а мы продолжаем дальше идти с Доном Пабло. Смотрите, сколько лодок. Смотрите, сколько счастья. Вот, и когда некоторые говорят мне, что Дон Пабло, как можно купаться каждый день, я вам скажу, что здесь можно. Потому что эта бухта мне нравится. Здесь волн нету. Здесь приходишь вот сейчас вечером, так приятно, как вот эти дети. Чувствуешь себя как ребенок. Плывешь в этой бухте, смотрите, волн нету. Смотрите, какая красота. И вон там тоже дальше. Просто, я не знаю, удивительное место. Удивительнейшее. Почему оно мне нравится? Ну и по моей проблеме, и вообще очень классно. Смотрите, как они пошли. Как они красиво вот это выходят. Все пошли. По очереди. А вот эти лодочки стоят, Шурка, вот это, желто-блакитные, это украинские, так? Вот они, красавицы. Я бы на такой хотел прокатиться. Ну и на той бы не помешало бы мне. Но вот такую сотворить, Шурку, мечта поэта, я тебе скажу. Мечта, можно сказать, Дона Пабло, вот эти. Желто-блакитного цвета. Вот, это. Вот на такой хочется покататься почему-то. Ну вот насколько любители, а. Следующая команда пошла. Ну, в общем, вот так. А я с вами, дорогие друзья. Ну что, репортаж продолжается. Видите, еще притащили одну лодку. И сейчас уже они на закате солнца будут отправляться в океан. И я решил приукрасить хотя бы этот вечер. Включил музыку. Что Дон Пабло, кажется, любит музыку. Ну вот, пошли, пошли. Среди красавца. Вот так они уходят. Океан, смотри, как разгоняют ее, смотри. Шесть человек, действительно, вот подошел ко мне сын капитана, сказал, шесть человек сидит, я никогда не считал. Смотрите, вот, пожалуйста, шесть человек в лодочке, и пошли они в океан. И следующие, смотрите. И так вот сейчас все эти лодки уйдут в океан. Классное здесь место, очень классное. Кому-то, может, нравятся эти волны. Я везде побывал, во многих пляжах. Но мне нравится здесь. А с вами, как всегда, был, и вы уже узнали меня по голосу, ваш журналист Дон Пабло, который вел этот репортаж специально для вас. И особенно для Шурко, который обещал мне сделать такую прекрасную лодочку. Я с вами, ваш Дон Пабло.